Путин к власти пришел и начался совсем бардак. Я так считаю. Нету никакой власти. Нету. Они гребут каждый под себя. Правильно же Жириновских их и разносит. Отдайте деньги государству. Вы налогами нас душите. У нас все закрывается. Нам жить негде. Вы посмотрите, молодежи нету. Молодежь едет куда-то, работает. Женщины в основном с детьми здесь сидят. Молодежи некуда ни сходить, ничего. Все позакрыто. Хорошее, наверное, только то, что вот внимание хоть какое-то к матерям появилось. То есть дети немножечко как-то больше берутся во внимание, маленькие, и теперь уже не надо в 4 месяца отдавать ребенка в детский сад. Вот. Ну, к молодым семьям немножечко внимания побольше стало. А так мы именно влияние президента не чувствуем здесь. Здесь у нас немножечко своя атмосфера. Ничего хорошего, я о нем не думаю. Потому что у нас цены растут, зарплаты падают, все довольно-таки нестабильно, и все, в общем-то, сваливают в большинстве своем, всю ответственность на народ перекладывают. Вот и все. То есть сами не хотят отбиваться, так сказать, всю власть вышки имеют, а все обычные люд, простой, как бы, работяги, ну, что, ими пользуются, за счет них выезжают, на них работают, и все. Как сказать, как ломовая лошадь, ну, как расходный материал, вот и все. А власть, она живет в достатке, и ничего ты с ней не сделаешь уже. Хотелось бы, конечно, лучше, много что обещает, но, к сожалению, не выполняет. Вот как молодой маме живется? Я бы сказала, не очень, потому что денег всего не хватает, тем более мать-одиночка, то есть... Очень тяжело бывает временами. Просто говорили, что поднимут детские пособия, в итоге ничего нету. То есть, не знаю даже, как вам объяснить, что... В общем, ужасно все это дело. Какой доход вашей семьи? 8 тысяч. Это так вот. Ну, мать я не считаю, как говорится, она инвалидна. По инвалидности получает тоже 8 чем-то. 14 тысяч на 4. То это вот вы живете с сыном? С двумя. Там второй. Плохо. Плохо. Работы нет. Молодым никому работы нет. Все что-то. Пенсия не добавляют. Андара пенсия не добавляют. Андару сын. Ничем не помогает жизнь там. Мы ведь шикарно там живем, плохо живем. Правильно сказала? А какая у вас пенсия? Пенсия 10. Ничего не получила я от государства. Ни землю, ни квартиры, ничего не получила. Как? Вы многодетная мать? Да, многодетная мать, 5 детей. И все без жилья, все снимают квартиры. Вот какая жизнь у нас сейчас. В данный момент у меня вот 11 человек прописано в моем доме. А я считаюсь немалой мужчиной. В общем, медицина, если сравнить с советским временем, гораздо ниже опустилась. Правительство, я считаю, не справляется со своими обязанностями. Правительство возглавляет Медведевым, потому что никаких подвижек в экономическом развитии нет. Все завалено в магазине, пойдите, все иностранное, большинство товаров китайского производства, своего почти ничего не производится. Некачественные. Да, некачественные. И поэтому вот этим я недоволен, что своего ничего нет. Вот. Ну, я по-своему живу. Каждый по-своему живет. Как настраивается, так и живет.